Всем привет, друзья! С вами я, Майнкрафт Геймер. И в прошлом видео я нашел вот эту вот штуку парящую. И, собственно, потом я решил найти деревню, но у меня это не получилось. И собственно, в этой серии я попытаюсь найти деревню и устроить себе там дом. Ой, это меня это как-то пугает. Ну, не то, что сам крест меня пугает, а вот его появление меня пугает. Ну ладно. Опять клипат. Ты чё, козёл? Ты чё, вообще баран, что ли? Козёл, ты баран? Ну ладно. О, смотрите, что я нашёл. Ещё несколько шагов. Точнее, несколько тысяч блоков не прошел, а тут уже и вот эта вот штука стоит. Ну, это означает, что там будут очень хорошие ресурсы. Ну, точнее, что я получу очень хорошие ресурсы, потому что там, смотрите, что мне выпало. Вот это вот все, кроме вот этого, и вот этого я получил. В этих парящих островах. Если вы не верите, то сами можете посмотреть в серии, точнее, в видео. Кстати, я еще там пока что не сделал описание. Но скоро я его сделаю. Я просто забыл сделать описание. Ну ладно. Сейчас сделаю это видео. Потом поставлю там описание. И потом после съемок видео я буду играть в эту игру. Возможно, ребят, вы мне попадетесь. Мы будем друзьями. Но смотрите, если кто-то, ну, если вы не убиваете никого, то я подумаю, что вы плохие. Вот, вы, короче, там, это, не бейте никого первыми, даже если они вас обзывают. Если они ударили вас, то вы можете убить их. Я вам даю право это делать. Но если ничего такого не было, вы это просто обзывайтесь до того момента, пока он сам не захочет уйти или ударить вас. Ну, и вот в этом случае уже можно это делать, потому что он сам начал. И если вы расскажете мне свою историю, или я посмотрю в чат, я, возможно, буду защищать даже от вас. Ну, точнее, вас буду защищать. Вот там, где я угорит. Ну, ладно. В любом случае, я уже добрался, почти добрался до вот этого вот летающего парящего острова. Ну, теперь осталось только простроиться. Я не знаю, почему у меня всегда светится. Сейчас попробую сделать как-то вот так вот. Но она все равно делается заново. Так. Нет. Думаю, спать я здесь не буду, а то упаду. Вот так. Еще пошел мазы. А, да, там алмазы. Ну, в принципе, в любом случае я найду полезные ресурсы.
О. Так. Мне сейчас нужно факел. О, алмаз. Ну, мне, в принципе, он не очень нужен, но ладно, я все равно до него доберусь. Но мне надо еще добраться же. Это наверх добраться. Так. Сейчас где-то еще чуть-чуть. И можно уже простраиваться вверх. Там еще масса, но я на них не обращаю внимания, потому что мне может выпасть конская броня, из которой я могу сделать 7 алмазов. Это придется мне, если я захочу, мне придется искать 7 руд. Где тогда будет? О. И штаны на огнеупорность. Мне, кстати, штаны в моем вышивании не попадали. О, небесный чай. Я не знал, что в печке, а может быть небесный чай. Починка, скорость, эффективность, удача, в принципе, поменяю на свою плохую кирку. Так, тут ничего нет. Черная кровать. Ну, в принципе, мне нравятся где-то такие цвета, как фиолетовые, там синие. Но вот эти вот цвета мне не очень по душе. О! Тва небесных чая. В принципе, могу выпить этот чай небесный, показать, что вам будет. Регенерация и еще что-то. И, в принципе, небесную чашку можно уже вытянуть. Что, собственно, я и сделал. Так, защита снарядов и прочность. Два поводка. Алмазная кирка на прочность. Алмаз, ну, в принципе, понадобится. Так, защита снарядов и прочность. А у меня просто обычная прочность. А, нет, защита. Защита снарядов. Ну, в принципе, биом под названием деревня я обыскал. Ну и вот какие я нашел инструменты. То есть вот это. Так, малый аметистовый бутон, средний, большой и аметистовые друзы. Хорошо, что тут не появляются злые мобы. Кстати, мне надо поспать вот тут вот. О. Ну, а теперь я сам не знаю, как спускаться, но... Блин. Ауч. Какого фига? Ладно. Так, ребят, я вернулся. И я спустился. Я делал сохранение инвентаря при смерти. Но здесь это, наверное, не работает. Или надо удалить мод. Сейчас это сделаю. Короче, я сделаю это после того, как запишу видео. Ну, ладно. Так, это та кружка, самая кружка небесной чая. Небесного чая. Так, а вы знали, кстати, что утром пауки не нападают? Ночью появляются ночные охотники, собственно, и пауки атакуют, потому что
появляются злые хищники и так далее. Ну ладно. Думаю, пока на этом все. Потому что сейчас я посмотрю в телефон, ну, на который я сейчас записываю, какая команда нужна, чтобы сохранить инвентарь. Ладно, а пока на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока!